В этом году на торги выставили рекордное количество лотов – 49. И правила проведения аукционов стали более либеральными. Например, размер финансовой гарантии был уменьшен в 12 раз. Благодаря этому торги стали более конкурентными. Сегодня в них приняли участие 4 компании. Для организатора аукциона было важно получить подтверждение, что компании и участники действительно могут продавать электроэнергию за границу. Переможцем аукциону стала компания, которая є генеруючими компаніями, в тому числі, і вони мають за собою впевненість щодо можливості і наявності тої електричної енергії, яку вони мають поставляти для наших іноземних партнерів. На аукционе продали квоты на экспорт примерно 1000 мегаватт электроэнергии. Одна из компаний приобрела всего 2 лота. Их цель – попробовать свои силы в экспорте. Мы планируем использовать те лоты, которые приобрели, пропускную способность здесь, для экспорта электроэнергии в 2014 году. Это по направлению Молдавии. Следующие аукционы на право экспорта украинской электроэнергии пройдут уже в электронном формате. А торги будут проходить ежедневно в соответствии с европейской практикой.